российская социальная компания под названием «Пристегни». Символом ее выступает матрешка, пристегнутый ремнем безопасности. В госавтоинспекции считают, матрешка – символ безопасности. Близняшки, расположенные одна внутри другой, оберегают и защищают друг друга. Основная цель этой акции – объяснить водителям, что пристегиваться в автомобиле необходимо для того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь близких людей. Особое внимание будет, конечно же, уделяться это перевозке детей. Перевозке детей в детских удерживающих устройствах, автомобильных кресел. С 1 января 2007 года в правилах дорожного движения появился пункт, который обязал взрослых перевозить детей в детских креслах. Практика показывает, родители стали уделять этому вопросу особое внимание. Удерживающим детским устройством специально, а вообще пользуемся с рождения. То есть, когда ребенок родился, мы купили автокресло, автолюльку от 0 до 13 килограмм. Вот, в основном в нем мы проводили все время, когда мы ездили по городу, путешествовали. Согласно социологическим исследованиям, в которых приняли участие более 50 тысяч человек, только половина россиян пристегивается всегда. И лишь 17% пользуются ремнями безопасности на заднем сиденье. В рамках этой кампании будет проведено еще несколько рейдов. Завершатся они 9 июня. Юлия Кузьменко, Роман Нападайло, Игорь Антонов, Телемикс.